По сообщению в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, около 3 часов ночи 9 марта на улице Центральной села Арибашева Татышлинского района 30-летний житель Нефтекамска, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на свою 25-летнюю супругу, которая шла по проезжей части ему навстречу. Женщина от полученных травм скончалась. Всего 8 марта на дорогах республики зарегистрировано 6 аварий, в которых 2 человека погибли и 5 получили различные травмы. В Нефтекамске за неделю зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, все они обошлись без пострадавших. За прошедшую неделю с 4 по 10 марта 2019 года на территории города Нефтекамск зарегистрировано 633 нарушения правил дорожного движения. Из них задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 77 не были пристегнуты ремнем безопасности, 70 управляли своими автомобилями с тонированными стеклами, более 20 нарушений среди водителей автобусов, 4 нарушения среди пешеходов, 21 не предоставили преимущество в движении пешеходам, 20 перевозили детей без детских удерживающих устройств и 6 не оплатили свои административные штрафы в установленный законом срок.